Начавшиеся выходные обещают стать напряженными рабочими днями для правительства Греции и ее международных кредиторов, которые продолжают консультации по вопросу греческого долга в преддверии назначенного на понедельник экстренного саммита еврозоны. Мы вплотную подошли к тому моменту, когда греческому правительству придется выбирать или согласиться с хорошим, на мой взгляд, предложением о возобновлении помощи, или двигаться в сторону дефолта, заявил глава Евросовета Дональд Туск. В конце концов, решение должна принимать сама Греция, и Греция должна отвечать за него. Еще остается немного времени, но всего несколько дней, и их нужно использовать разумно. Со своей стороны, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что проблемы, с которыми столкнулась Греция, являются проблемами не только этой страны, но всего Евросоюза. Политика затягивания поясов ведет в никуда, подчеркнул премьер-министр. Тем временем греки, не дожидаясь окончания переговоров своего правительства с международными кредиторами, только за три дня сняли со счетов в банках 2 миллиарда евро. В Европейском центральном банке не исключают, что в таких обстоятельствах греческие банки могут в понедельник не открыться. Туристам советуют запасаться наличными.